Здравствуйте! Мы сегодня будем с вами вязать пчелку. И сегодня у нас первый мастер-класс называется «Голова». Она будет вязаться желтой нитью. Нам понадобится крючок 1,6. Также понадобится Hollow Fiber. У меня он фирмы «Гамма». На указательный палец левой руки накидываем желтую нить. Конец нити смотрит на вас. Обматываем указательный палец вот таким образом. Крестик придерживаем, где место крестика придерживаем. Правой рукой берем крючок, как пишем, ручкой. Крючок должен смотреть на вас или вниз. Под нить протягиваем крючок, захватываем рабочую нить. Желтого цвета. Вот у нас, видите, вот так вот получилось. У нас получается большая петелька и маленькая петелька на крючке. Рабочую нить накидываем на крючок от себя на себя и продеваем в петлю. Это раз. Нам надо сделать 6 столбиков без накидов. Вставляем крючок в петлю. Захватываем рабочую нить, вытягиваем. На крючке у нас образовалось 2 петли. Накидываем рабочую нить от себя на себя и протягиваем через 2 петли. Это 2. Крючком вводим в петлю большую. Захватываем рабочую нить. Вытягиваем через петлю. У нас получилось на крючке 2 петли. Накидываем рабочую нить и протягиваем через 2 петли. 3, 4, 5, 6. Мы провязали с вами 6 столбиков без накида. Далее мы тянем за конец маленького нити. Затянули. У нас образовался вот такой полукругляшок. Чтобы он был полностью кругляшком, надо за... Видите, вот получается петелька. А возле нее такая вот еще петелька сбоку. Вот петелька у нас сверху. А вот это вот у нас петля. Вот за нее нам надо зацепить, продеть крючок, зацепить нить, вытянуть и соединить. Вот у нас образовалось такой маленький кругляшок. Второй ряд у нас состоит из 12 столбиков без накида. Это значит, надо провязать каждую петлю по 2 раза предыдущего ряда. Вот у нас петли. Мы продеваем крючок через 2, я их называю еще галочки, захватываем рабочую нить и протягиваем через петельки. У нас на крючке образовалось 2 петли, накидываем рабочую нить и вытягиваем через 2 петли. Раз, и в эту же мы петлю предыдущего ряда вставляем крючок, захватываем рабочую нить. На крючке у нас образовалось 2 петли. Накидываем рабочую нить на крючок от себя на себя и протягиваем через 2 петли. Следующая, вот у нас петля. Мы вставляем крючок через 2 арочки, галочки. Захватываем крючком рабочую нить, вытягиваем. На крючке у нас образовалось 2 петли. Накидываем рабочую нить от себя на себя, протягиваем через 2 петли, вытянули. И также второй же раз в эту же петлю. Итак, нам надо провязать полностью весь ряд. У нас должно получиться 12 столбиков без накида. Раз. Захватили, вытянули, накинули и протянули через 2. 2.
Вот я провязала второй ряд. Третий ряд у нас состоит из 18 столбиков без накидов. Это значит, один столбик мы провязываем как обычно, а второй столбик мы делаем прибавку 2 раза. Значит, первый столбик провязываем как обычно, один раз. А во вторую уже петельку мы провязываем 2 раза. Мы идем на расширение. Мы расширяем голову. Чередование. Один. В следующую петлю провязываем 2 раза. Раз. Два. Один. В следующую мы провязываем 2 раза. Столбиком без накида. Итак, весь ряд. Вот я провязала третий ряд. У меня получилось 18 столбиков без накида. По просьбе вязальщиц я показываю, как я считаю петельки. Вот смотрите, вот верхние, видите? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18 вот петля. Ничего сложного. Четвертый ряд. 24 нам надо получить столбика без накида. Значит, мы 2 подряд столбика провязываем по одной, а третью делаем прибавку. 1. 1. И в третью делаем прибавку. Раз. И в эту же петельку мы провязываем второй раз. 1. 1. И в третью мы провязываем 2 раза. 1. 1. И в третью провязываем 2 раза. И так весь ряд до конца. Я провязала четвертый ряд. У меня получилось 24 столбика без накида. Пятый ряд мы должны получать 30 столбиков без накида. Это 3 столбика без накида мы подряд провязываем по одной, а в четвертую делаем прибавку. 1, 2, 3. А в четвертую делаем прибавку. Раз. И еще в эту же петельку провязываем второй раз. 1, 1, 1. И в четвертую делаем прибавку. Раз, два. И так до конца ряда. Шестой ряд. Нам надо получить 36 столбиков без накида. Это 4 столбика подряд по одному. А в пятый столбик мы делаем прибавку. 1, 2, 3. 4, а в пятый мы делаем прибавку. Раз, и туда же мы 2, 1, 2, 3, 4, и в пятый мы делаем прибавку. Раз, 2. И так до конца ряда. Вот я провязала 6 рядов. Ряды мы считаем так. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Поэтому мы провязали 6 рядов. Это у нас идеальный круг получается.